Совместные рейды с участием администрации, налоговой и службы судебных приставов в Сочи в этом году проводились регулярно во всех районах города. Несмотря на то, что на прямой контакт должники идут неохотно, порой не открывают дверь, такие визиты в дома должников дают реальные результаты. После этих мероприятий должники стараются платить вовремя, долги не накапливать. И это очень действенная и существенная мера для взыскания задолженности. Вообще визит в дом к неплательщикам – это уже крайняя мера. До того, как постучаться в дверь к должникам, налоговая по почте высылает уведомления о накопленных долгах. Извещения шлют и судебные приставы после того, как возбуждено исполнительное производство. И только следующий шаг – контролирующие службы идут к самим должникам и описывают имущество в счет списания долгов. Кстати, проблема неуплаты налогов физическими лицам есть во всех районах города. В основном сочинцы не платят транспортный налог и налог на имущество. Суммы доходят до 100 тысяч рублей. Поэтому такие рейды продолжатся и в следующем году. Должников просят поторопиться с уплатой, ведь в том числе и налоги от физических лиц формируют городской бюджет.